тип произвольного объекта в Python можно узнать с помощью функции type. Например, мы можем в функцию type передать какое-нибудь значение, скажем 7, и если мы запустим это в интерактивном режиме Python, то мы увидим, что результат этой функции будет тип int. Ну а для значения 7,0 мы получим результат float.